На Филиппа Киркорова снова подают в суд. В очередной раз знаменитость обвиняют в плагиате, требуя компенсацию в 15,5 миллионов рублей. Поиграть с огнем в этот раз вновь решил французский композитор Жильбер Синуэ, автор музыки к песне «Шелковая нить» Киркорова. И хоть имя француза указано на обложке диска, никаких дотаций иностранец не получает. Это, собственно, и вызвало недовольство Синуэ. При этом, пока сам Филипп находится в заслуженном отпуске, за все отвечает адвокат Александр Добровинский. По его словам, Киркоров ни при чем, и отчислять композитору должно российское авторское общество.